Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим пирожное из слоеного теста. Вот у меня пласт теста, здесь 1 килограмм, был замороженный, сейчас я его разморозила. И теперь мы его разделим на 2 листа, немного раскатаем и будем формировать наши пирожные. Вот один я лист пока уберу, а этот мы раскатаем. Вот так я его раскатал. Теперь присыпем немножко мукой. И вот этой формой будем выдавливать. Вот получается вот такие. Красивые. Вот так я сделала. Осталась у меня часть теста, я его не раскатывая, положу сейчас в холодильник, пока займемся еще и вторым пластом. Теперь стаканчиком выдавим серединку. Как раз центр найдем. Вот таким образом. Теперь смотрите, что мы дальше делаем. Берем вот этот кружочек. Дальше на него накладываем второй. Они совпадать должны. Таким образом мы отправляем на противень. И так делаем с каждым. Теперь смазываем все яйцом. Теперь сверху сахаром. И отправляем в духовку. Температура духовки должна быть где-то высокая, 240-250 градусов на 15 минут. Вот такие они после духовки. И сейчас я заполню кремом. Вот мы заполнили кремом. А теперь оденем на них шапочки. Вот такие они у нас. Здесь очень хороший крем. Крем здесь у меня заварной. Это мой любимый крем. Рецепт я оставлю в описании.
эти пирожные у нас будут без шапочек. Вот такие у нас получились пирожные из слоеного теста. Эти пирожные у нас в шапочках. Вот это у нас пирожное без шапочек. С одним кремом. Крем очень хороший. Он очень стойкий. Без яиц он готовится. Он похож очень на пломбир. Сами пирожные вместе с кремом это что-то. Это просто шикарно. Пирожное рассыпается во рту. Сами прекрасно знаете, что такое слоеное тесто. Это прекрасное тесто. И когда оно выпекается хорошо и не смазывается вот так кремами, оно, естественно, рассыпается. Крем просто вверху. Это очень вкусно. Очень-очень вкусно. Готовьте такие пирожные. Готовьте всегда с удовольствием, с уверенностью, и у вас все получится. Всем спасибо и до свидания.